Из добрых рук с любовью. Под таким названием в Доме культуры города Камрад прошел благотворительный концерт для детей из реабилитационных центров. С инициативой проведения мероприятия выступили студенты социального отделения 3-го и 4-го курса педагогического колледжа имени Михаила Чекира. Еще с самого входа детей торжественно встречали с поздравлениями, а в фойе была организована выставка-продажа работ детей с ограниченными возможностями. Также у входа в концертный зал была установлена урна для пожертвований, где каждый мог добровольно оставить любую сумму денег. Студенты колледжа, а также их преподаватель, призвали общество относиться к людям с ограниченными возможностями терпимо и оказывать им поддержку. Сегодняшнее мероприятие приурочено к Всемирному дню инвалидов, который весь мир отмечает 3 декабря. Мы решили провести благотворительную акцию 2 декабря с окончательным благотворительным концертом. Дети приезжают из 4 реабилитационных центров Камрадского района. Это Камрад, Кангас, Кирсово и Чокмайдан. Это такие же люди, как и мы. Но в силу своих особенностей они не могут вести себя так, как мы. Поэтому мы должны их поддержать. Я считаю, что все должны об этом задуматься. Всем собравшимся зрителям организаторы, а также самодеятельные и профессиональные коллективы Гагаузии, принявшие участие в акции, выразили свою поддержку, выступив на сцене. В мире можно по-разному жить. В горе можно и в радости. Вовремя есть, вовремя пить, вовремя делать гадости. А можно и так, рукой обнаженной солнце достать и подарить его людям. Этим стихотворением я хотела сказать то, что мы в нашем мире в последнее время очень мало добра, и мы должны творить добро, не желая того взамен. Вот. И сегодня мы со своими коллегами, студентами, учащимся решили подарить и посвятить этот день деткам с ограниченными возможностями. Считаю, что люди, да, должны на самом деле быть гуманными, и они должны поддерживать таких людей и не должны дискриминировать. Поэтому мы решили устроить такую акцию для того, чтобы оказать внимание, а также поздравить таких детей. Хочу поздравить их, во-первых, с этим днем, пожелать всем здоровья, всего самого наилучшего, и чтобы эти дети, которые будут здесь присутствовать, чтобы они были такие счастливые. Мы сегодня организуем этот концерт для того, чтобы собрать всех детишек вместе и чтобы эти дети почувствовали себя, что они тоже нужны и что мы тоже о них не забываем, мы их любим. Мы хотим показать то, что эти дети ничем не отличаются от других, то, что они имеют все возможности находиться со всеми людьми на публике, на сцене. Сегодняшняя моя задача и задача всех волонтеров, которые здесь находятся, это сделать маленький, но незабываемый праздник для детей с особыми потребностями. Потому что, по моему взгляду, мы очень много плохого делаем, но иногда нужно и хорошим закрывать это все. И для меня лично это мероприятие – это как зов сердца, потому что мы все одинаковые. Просто проблема в том, в наших отношениях к данной категории людей. Свои таланты в области песни и танца показали и дети из реабилитационных центров, доказав, что они ничем не отличаются от других и тоже могут участвовать в общественной жизни. На благотворительном концерте присутствовали башкан Гагаузии Ирина Влах и примар муниципия Камрад Сергей Анастасов. Они поблагодарили организаторов благотворительной акции за инициативу и подготовку мероприятий. В конце праздника детям раздали подарки. Все собранные средства во время концерта, а также другие подарки будут направлены в реабилитационные центры для детей с особыми потребностями.